области. Стартовал республиканский конкурс «СЭШ Райлы Шымкент». Накануне состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали о правилах литературного состязания и ответили на все интересующие вопросы. Участие в конкурсе могут принять старшеклассники со всех областей Казахстана. Согласно условиям, необходимо написать краткое сочинение о Шымкенте на казахском или русском языках и отправить работу по электронному адресу esse-shimkent@mail.ru. Прием материалов начнется 15 апреля, а 16 мая будут подведены итоги. Победителей ждут необычные призы. Основным призом будет поездка в город Шымкент и экскурсия по городу в течение 3 дней. Целями проведения данного конкурса является, первое, это способствовать развитию творческих способностей школьников со всей республики. Второе, это развитие города Шымкент в других городах республики, повышение статуса, повышение имиджа города Шымкент, а также популяризация нашего региона. Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году в нем участвовали более 300 школьников, и победителями были объявлены 15 человек, 5 из которых шымкентцы. Среди членов жюри редактор телеканала ТВК Алексей Гончаров.